regional level, become great at the international level. L2G, Institute of Management. Мне понравилось больше всего, это когда ты себя чем-то занят, когда ты входишь в какую-то, так сказать, колею, и, собственно, уже куда-то отойти от нее практически не хочется, невозможно. Сами эти кейсы, они были построены не только на усвоении материала, да, на отработке, но еще помимо этого они были, к тому же, интересными, действительно, как-то втягивали. Главное, что понравилось, это не столько вот менеджмент, маркетинг, сколько умение системно мыслить. Потому что, когда за другим компьютером сидит там совершенно другой человек, ему надо как-то донести свои мысли, естественно, это надо писать не на 5, не на 10 страниц, не на 20, это надо уместить там в абзац, 2-3. Естественно, это очень помогает. Многое, конечно, где-то слышал, видел, читал, но когда это все систематизировано и преподнесено в такой бизнес-форме с профессиональными преподавателями, это, конечно, уже совсем по-другому и читается, и слышится. Вот, ну, самое вот базисное, вот это именно вот умение мыслить. Оно дает вот умение думать, рассуждать, находить какие-то варианты решений. Вот это вот самое, наверное, главное в любой сфере деятельности. Это организованности. И поэтому, наверное, вот эта вот четкая структурированная работа, она мне помогла разработать в себе такую силу воли, да, то есть что все должно быть четко, все должно быть по плану, нужен всегда контроль, самоконтроль и контроль тех людей, которые в принципе с тобой работают. Поэтому, наверное, это самое главное. И я в этом нуждалась, и это получилось. Да, еще когда есть время выполнения, уже даже никаких дополнительных мотиваторов не надо. Если раньше какая-то выполнение домашнего задания, ты себя пытаешься мотивировать чем-то, там, пойду скушаю чего-то или схожу погулять, то сейчас нет. Есть задача, есть выполнение. Все четко, понятно. You're already good at the regional level. Become great at the international level. L2G, Institute of Management.